Друзья, приветствую всех на канале Гормоны Рынок. И на столе у нас стоят две гармони. Внимательные зрители нашего канала знают, что это за гармони. Это шуечки 41. Что это такие за гармони? Это у нас, ну, можно сказать, что они похожи. Похожи на 51 модель. Но это гармони у нас с усиленным басом. Бас у нее звучит поярче. Есть в желтом цвете на данный момент у нас в тональности ля мажор и синенькая в до мажоре. Но все тональности, вот это у нас заказная модель и можно заказать в любой тональности. Ну что ж, давайте я вам попробую показать звучание этих улучшенных басов. Ну и первую я в руки взял в тональности до мажор и сразу хочу пояснить. Кто-то скажет, так что получается 51-я гармонь хуже? Нет, она не хуже. У нее стоит четырехголосый бас. Напомню, что эта модель у нас самая популярная, самая востребованная, и она пользуется самым большим спросом. Не зря она себя так зарекомендовала. У нее бас тоже звучит очень красиво, мягко, нежно, ну и мощно одновременно. Но здесь у нас уже стоит не четырехголосый бас, а пятиголосый бас. И поэтому каждому свое. Кому-то, может, хочется этот бас, чтобы был чуть посильнее. Ну, давайте покажу ее звучание, попробуем, может быть, сравнить. Сейчас позже сыграю на 41, а потом на 51. Попробуем. Показать максимально бас, и получилась такая затюнингованная цыганочка. Ну и перейдем к тональности ля мажор. Сейчас в руки возьмем сразу шуйскую 51-ю. Может быть, вы через микрофон услышите разницу. И напишите в комментариях, какой звук вам понравился больше. Услышали ли вы через микрофон какую-то разницу и какой звук вам понравился больше? Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, на который находится ссылка в описании. Также в описании находится ссылка на наш сайт, в котором вы можете ознакомиться со всем нашим ассортиментом и ценами, и все, что у нас есть в наличии. Всем пока и до новых встреч!